И всем привет, дорогие друзья, с вами Колян, и это очередной обзор дополнений для игры Train Simulator 2012. И сегодня в нашем обзоре тепловоз TEP-10L062, пассажирский тепловоз, довольно старый, вот так вот он выглядит. Ну и, конечно, начинаем сразу с внешки. Тепловоз достаточно нормальный, текстуры прекрасные. Вот, внешний вид, как я это говорю, подходит для съемок фильма. Вот, что касается освещения, вот у нас тусклый, яркий свет. То есть, никаких недочетов нету, здесь все прекрасно. Вот. Ну, разве что тут вот один огонечек, но это уже если придираться совсем. Что касается гудка, вот гудок и свисток. То есть свисток, тифон, то и другое присутствует. Вот. Звук с дефолтного тепловоза, но это уже опять же придирки. В принципе... ничего такого. Давайте посмотрим кабину. Вот, кабина достаточно реалистичная. По всей видимости, от настоящего TEP-10L. Но я не знаю, в TEP-10L я не был на самом деле. Вот, и давайте посмотрим. Да, кстати, давайте сейчас гляну я сначала, как он у меня на упрощенке ездит. Да, на упрощенке он едет нормально, никаких скриптов нету, что он стоит. Вот, давайте теперь... Ай. Черт. Сейчас, ребята, мне придется немножечко перезапустить, чтобы перейти на кабинный режим. Потому что у меня опять какой-то локомотив сломал мне меню Quick Drive. Так, я вернулся. Вот, как вы видите, теперь я уже кабинный режим запустил. Вот. Собственно, да, по поводу этого бага, что это вообще? Ребят, есть локомотивы, какие-то дополнения, которые убирают вот это правило Quick Drive, и его невозможно установить. Я не знаю, какие конкретно локомотивы у меня на моем компьютере. Вот, я не знаю. Вот, ну и, собственно, да, возвращаемся в кабину. Вот. Что здесь вообще? Все подписано, ну и, насколько я понимаю, анимировано. Вон даже. Это. Ребят! Обалдеть! Окно... Стоп, а с этой стороны... Ребят, обалдеть, я открываю окно, и оно не закрывается само по себе обратно, ребят. Но мне очень нравится этот тепловоз. Посмотрите, окно не закрывается само. Оно вот так и остается. Ребят, мне очень нравится этот тепловоз, серьезно. Ну-ка, кресло, нет, кресло нельзя двигать. Это что такое? О, какое-то третье еще откидное сиденье тут есть. Класс, ребята, класс. Мне очень нравится это дополнение. Так, ну и давайте, вот тут очень много разных видов. Вот, так, давайте запускать нашу машину. Холодильник, жалюзи, масло, воды, вентилятор, движение, ЭПТ. Так, прожектор. Опа. Прожектор-то у нас, ребята, по всей видимости... не включается, к сожалению. Это обидно. Так, ладно, что там дальше у нас? Управление тепловозом, свет сигнальный, противообогревание, нужно калорифер, управление, топливный насос. Так, все включили. Здесь приборы, буферные фонари оба белые. Так, сигнализация. Так. Здесь у нас что? Фильтр, зеленый свет, освещение приборов. О, ребят, освещение приборов есть. Тусклое, яркое. Интервал бдительности.
Жалюзи, освещение кабины, тусклый яркий. Освещение кабины, ребята, не работает, к сожалению. Так, хорошо, что дальше? Дальше здесь АПК где-то должно быть. Ладно, ладно, ребят, не получилось мне сделать вид, что я ничего не знаю. Я уже этот тепловоз немножечко обследовал. Вот, я на нем особо так полноценно не гонял. Вот, я просто его смотрел. Вот. Хотя он у меня давно, я его использовал в качестве встречных поездов, вот что-то в этом роде, но управлять им так полноценно, чтобы целый маршрут, это еще не было. Ну, кстати, надо будет сделать. Интересно, ручной тормоз. Ой, ручной тормоз тоже у нас есть. Обалдеть, ребята. Так. Экран у нас не работает. Разобщительный. Так, ну ладно. Ну все, давайте попробуем. До следующей станции я просто попробую проехать. Давайте, например. О, ребят, поехали. Все, тронулись, прекрасно. Вот, смотрите-ка, ребят, едем нормально, хорошо едем. Прекрасно, ребят. Разгоняемся. О, здорово, ребят, здорово. Мне нравится локомотив. Вот. В принципе, вот... как я сейчас посмотрел дополнение, мне в нем абсолютно все нравится. Вот никаких абсолютно недочетов здесь вот нету, не к чему совершенно придраться. Вот. Действительно, дополнение очень офигенное. Вот. Да, сейчас я еще одну фоточку сделаю. Веселее. Да, тоже здесь эта звуковая анимация радиосвязи. Конечно, она тоже не совпадает с реальностью, но ладно. Это уже на всех абсолютно локомотивах, так что к этому не будем придираться. Ну и, собственно, пока до следующей станции я доезжаю, что я могу сказать о дополнении. В целом, вот абсолютно ничего, никаких недочетов, вообще никаких я не нашел. Вот абсолютно все мне нравится. Даже, ребят, смотрите, вот даже дворники работают. Вот, можно даже им интенсивность движения менять. То есть, реально, вот, действительно, дополнение очень классное. Вообще не к чему придраться, все идеально сделано. Это касается и текстур, и анимации, и все подписано, то есть, и нету вот этого скрипта, который на упрощенке ехать не позволяет. То есть, действительно, вот это одно из немногих дополнений, которые вот прямо я абсолютно всем доволен. То есть, ничего, никакого недостатка, вообще никаких недостатков нету. Вот, это очень редко мне такие дополнения попадались, и это одно из них, действительно, абсолютно никаких недостатков я здесь не нахожу. Собственно, что касается применения, вы можете его применять как локомотив, который просто где-то вот он будет стоять у вас на станции или в депо, можно его использовать в качестве встречного поезда, и можно его при создании сессии использовать, чтобы именно на нем ездить, то есть... абсолютно во всех, ну, везде в игре можно использовать этот локомотив и в качестве просто стоячего, и в качестве бота, и в качестве именно локомотива, которым вы будете управлять, потому что все позволяет, и на упрощенке им можно управлять, кому еще сложно в кабину, и в кабину, вот он прекрасно управляется, то есть... действительно, дополнение очень офигенное, и оно действительно везде применяется. То есть, можно его применять везде. То есть, вот. Действительно, очень здоровское дополнение. Абсолютно вот ничего плохого я про него сказать не могу. Ну и давайте сейчас немножечко докатимся до станции следующей.
Вот, до максимальной скорости я не буду разгонять, но вот когда я именно смотрел это дополнение, я разгонялся. Ребят, 120 километров я набирал скорость. С вагонами причем. Здесь я просто не хочу разгоняться, здесь карта не очень подходящая, но вот вообще я говорю, что до, я не помню, там, до 110, выше 110 я разгонялся. По-моему, где-то 120. Ну, конечно, еще вот меня прикалывает этот маршрутный лист, ну или что-то в этом роде, короче, вот документ, от которого вот так колышется, тоже это так прикольно сделано, вот он прямо от ветра так колеблется. Действительно, мне это нравится. Вот, очень здорово сделано. Вот, давайте еще тормоза посмотрим. Так. Надо чуть-чуть притормозить. Тормоза тоже очень хорошие. А что у нас локомотивный? Да, локомотивный тормоз, ребят, тоже работает. Прекрасно. Вот. Действительно, это одно из немногих дополнений, к которым я вообще никак, никаких недочетов не могу этих дополнений выявить. Действительно, очень здоровское дополнение. Вот я тут пока с тормозами игрался, они у меня теперь нифига не отпускаются. А, потому что он у меня в экстренном был. Ну, нормас, ребят, нормас. Так что вот, вот такие дела. Вот, ну, действительно, классно все сделано, вот, не к чему придраться. Ссылка на тепловоз будет, как всегда, в описании под этим видео. Вот. Ну и, собственно, ладно, я уже там платформы останавливаться ровно не буду, вот. В целом, опять же, мне дополнение понравилось, абсолютно никаких, ничего я не могу плохого о нем сказать. Ссылка будет в описании под этим видео. Ну и дальше я тут сейчас покатаюсь немножко просто, ну, до конца доеду. Это я уже не буду снимать, в общем... С вами был Колян Тепловозыч и обзор дополнений для Trains Simulator 2012. Всем спасибо за внимание и всем пока!